Итак, здравствуйте всем. Вышел новый снапшот. Значит, 24W13A. Тут добавили очень много разных вещей. Просто очень много. Много изменили. Вот. Давайте разбираться. И, кстати, перед этим видео поставьте лайк, подпишитесь на канал. Комментируйте, нажмите комментарий, колокольчик нажмите, да, в комментарии тоже пишите, ребята, чтобы не пропускать мои стримы, ребята, да, вот. Давайте разбираться, что тут у нас добавили, я уже немножко посмотрел, и знаете, ребята, мое мнение такое, ребята. Вот это вот обновление 1.21, мне вот кажется, как будто компании Mojang сели какие-то эти самые любители создавать модов. Как будто вот пришли такие, идите, Mojang, мы сейчас создадим новое обновление, идите отсюда. И вот они начали создавать. Потом я вам объясню, в чем я имею в виду. В общем-то, значит, мы будем переводить при помощи переводить. Значит, погнали. Снимок Minecraft Java в эту прекрасную среду представлен 24W13A. Снимок, содержащие изменения в булаве, испытательных камерах, а также новые зловещие испытания. Возможно, вам просто захочется опробовать зловещие новые возможности этого снимка. Конечно. Или еще. Я сделал это правильно. Удачной добычи. Примечание. Некоторые из приведенных ниже функций будут работать только в недавно созданных судебных камерах. Серьезно, судебные камеры они ну ладно, допустим-то. Судебные камеры перевел. Ну допустим-то. Ага. Экспериментальные вещи, которые добавили, да? Ну-ка. Ой, translate. Где-то озвучка. Экспериментальные функции изменения в булаве, изменения в ветерке и зарядах ветра, переработанный дизайн, плохого предзнаменования, добавлена зловещая бутылка, добавлено 6 новых эффектов мобов, добавлен генератор зловещих испытаний, добавлено зловещее хранилище, добавлен зловещий пробный ключ. Ага, да, замечательно. Новые зачарования для булавы. Кстати, ребята. Новые зачарования для булавы. Перевести. Были введены 3 новых чар, уникальных для булавы. Плотность, обычные чары, доступные в таблице чар и в зачарованных книгах в добыче. Имеет 5 уровней. Булавы, зачарованные плотностью, наносят больше урона за упавший блок за каждый уровень плотности. Урон, наносимый за упавший блок, увеличивается на 1 за каждый уровень плотности. Ну, допустим-то. Ага. Разлом, редкие чары, доступные в таблице зачарования и в зачарованных книгах в добыче. Имеют 4 уровня. Так. Булавы, зачарованные разломом, снижают эффективность брони на цели. Эффективность брони снижается на 15% за каждый уровень разлома. Едрит колотить! За каждый... Имеет 4 уровня, и каждый... 15 ядрит, то есть
15% это четвертый уровень, да, получается? А, эффективность брони снижается 15% за каждый уровень. Каждый уровень за 15. Ядрит колотить. Окей, допустим-то. Порыв ветра, уникальные чары, которые можно найти только в зловещих хранилищах. Опа-на. Имеет три уровня. Булавы, зачарованные порывом ветра, при ударе по врагу испускают порыв ветра, подбрасывая атакующего вверх и позволяя связать сокрушительные атаки одну за другой. Каждый уровень будет отскакивать, нападавший выше в воздухе. А, он будет взлетать вверх. Да, получается. А, конечно, можно поставить вот это еще, да? А... Исцеление несокрушимой коры, проклятие членистоногих, огненный аспект, проклятие исчезновения. А, ну да, исчезновение. Ага. Исчезновение несокрушимой коры. Пока не через ногих, не столько исчезновений, окей. Починка, прочность, смайт. Это против этих самых нежити, бэйн, арахнофобия. Это всех пауков, там и так далее. Файр аспект, это поджог. Курс ванишинг, это исчезновение, я понял. Это вот это вот основное, вот этих вот, можно поставить. И три дополнительные. Ага. Окей. Перевести. Добавлен новый эффект взрывных частиц при выполнении сокрушительной атаки булавой, чтобы действительно показать силу игрока. Увеличена сила и дальность эффекта отбрасывания от сокрушительной атаки. Ты бы читай, вроде бы, да? Введен еще более сильный отбрасывание при падении на расстоянии более 5 блоков перед атакой. При успешном ударе. Цель, весь вертикальный импульс будет сброшен, а также сведена на нет вся накопленная дистанция падения. Это, да, это мы читали с вами. Базовый дополнительный урон, наносимый ударной атакой булавы, был немного уменьшен до 3,1 сердца за упавший блок. Эти существующие чары теперь можно применить к булаве. Так, ага, допустим-то, дальше. Так. Breeze and Wind Charge. Так, Translate. Breeze и заряды ветра. Теперь Breeze избегает прыжков в опасные блоки, а заряды воздушного ветра больше не сталкиваются с кристаллами края. Чего? Breeze заряд теперь избегает прыжков в опасные блоки? Хм. Интересно. То есть он в огонь. То есть он в огонь теперь не пойдет. В этот, в магма-блоке, наверное, он будет обходить. То есть, если блок подожжен. Ага. Не, ну это хорошо, кстати. А, Оминус. Вот теперь самое интересное, ребята. А, давайте вот так вот будем переводить понемножку. Зловещее событие, плохое предзнаменование, было расширено и теперь дает доступ к дополнительному опыту в судебных камерах. Судебные камеры. Эти дополнительные события, доступные через плохое предзнаменование, теперь известны как зловещее событие. Они более сложны, чем обычно, и предназначены для того, чтобы уникальным образом встряхнуть игровой опыт.
являются примером существующего зловещего события. Ага, допустим, ладно. Бед омен. Окей. Сейчас, минутку, переведем. Translate. Озвучить. В этом редизайне Батамен претерпели некоторые изменения. У него появился новый темный значок и звук для применения к игроку. Ага. Он больше не запускает рейд непосредственно при входе в деревню. Вместо этого он превратится в вариант рейд-амен с продолжительностью 30 секунд. По истечении срока действия, сынок. Знамение рейда до полного рейд пиздеца в том месте, где игрок получил знамение рейда. Ага. Как и любой другой эффект, игроки могут выпить ведро молока, чтобы очистить знамение рейда и предотвратить начало рейда. Он больше не дается игрокам, победившим капитана рейда вне рейда. Вместо этого игроки могут получить доступ к плохому предзнаменованию, выпив новую зловещую бутылку. А, я понял. Короче, мы убиваем, идем на... как его называется? Аванпост пилледжеров. Убиваем капитана, ну тот с флагом, да? Я вам покажу. И получаем Bad Omen и бутылочку с дурным знамением. Когда мы попадаем в город к жителям с эффектом, то получается у нас 30 секунд у нас до того момента, как превратится... Рейд Омен в Бэт... Ой, подожди, минутку. Превратится Бэт Омен в Рейд Омен. Превратится, вот. То есть за 30 секунд мы должны выпить ведро молока, если хотим избавиться от Рейда Омена. Это самое, я вспомнил, как его называется этот... этот... Как называется-то? Не Сайберпанк, а этот... Как его звать-то? Эту игру, которую я играл. 30 секунд до полного пиздеца, сынок. До полного пиздеца. Вот. Так что, ребята, будет Raid Omen. Да. Так, а где мы с вами? Так, минутку. А где мы с вами? Вот, мы до сюда дочитали. Следующее читаем, вот. Вот. Зловещая бутылка – предмет, который игроки могут употребить, чтобы получить эффект «Плохое предзнаменование» ага. на 1 час 40 минут. Ага, час 40, я Имеет понял. 5 вариантов, по одному для каждого уровня. Плохое предзнаменование. Бутылка разбивается при употреблении. Можно сложить до 64 штук. Бутылки стакаются. Редко можно найти в любых хранилищах, которые открываются с помощью пробных ключей и выпадают капитанами рейдов при победе вне рейда. Чего? Редко можно найти в любых хранилищах, которые открываются с помощью пробных ключей. Капитаны рейдов при победе вне рейда. Угу. Допустим-то. Омен устраивает вот этот вот, почитаем, давайте. Зловещее испытание, новое зловещее событие, доступ к которому можно получить, исследуя испытательную камеру с помощью плохого предзнаменования. В этом событии игроки столкнутся с более мощными генераторами испытаний, если они осмелятся. Хм, ну да, Трая Омен, окей. Так. Ой.
А, он больше не хочет переводить. Окей, я понял. Он больше не хочет переводить, потому что он устал. Говорит, плати. Ну ладно. Окей. Новые, в общем, сейчас мы, где мы остановились с вами? Вот тут вот мы. Ominous trial spawner. Так, а как это все перевести-то? Пожалуйста, у меня есть еще какой-то переводчик? Ага, ладно, допустим-то. Давайте зайдем в Майнкрафт. Так, одиночная, создадим карту. Сейчас мы... Дальше это легко, можно... Создаем новую карту, эксперименты здесь. Включаем вот это. Кстати, обратите внимание, эксперименты это будущее, нововведение. Вот. Они могут работать нестабильно. После создания мира эксперименты отключить нельзя. Вот, ребята, вот мешочки. Самое главное, ребята, вот мешочки. Сколько они моджанги делают? И никак не могут мешочки сделать. Моджанги. Рукожопые. Сделайте мешочки нормально. Так. Вот. Что у нас тут? Значит, в пустыне мы появились. Здравствуйте. Не, ну, спаун такой себе. Окей. Давайте идемте в город сначала. Сейчас. Вот, кстати, в дезерты. Они довольно близко. Или нет? Так, здравствуйте. А где у вас тут этот плева... Вот, плевака. Здорово, кактусоед. Здравствуйте. Во-первых, берем стол. Стол берем. Ставим сюда. Так, бумага нужна ему сейчас. Сейчас. Окей. Бумага, где ты, пацан? Так, бумага. Где... Стоп, а куда он свинтил? Ты куда? Так, бумага. Так, эмеральды берем. Так. Я не просто так покупаю у него. Мы такие новые игроки, ведь мы не знаем, где находится Trial Chamber. Правильно, ребята? Вот, смотрите, карта деревни. Ноль карта. Карта исследования джунглей. Ух ты ж. Ага. Так. А ну-ка. Вопрос, а на каком уровне у него будет... Подожди. А на каком уровне у него будет... Паша, а где библиотекарь мой? Вот. Бумага. Так, карта. Так, карта. Допустим, это компас мне нужно. Сейчас я. Допустим-то, компас. Так, мне уже новый компас. Здравствуйте, новый компас. Скупаем у него все прямо. А вот, карта залов испытаний. Окей, карта залов испытаний за 8 штучек можно. Допустим-то, покупаем у него. Допустим, давайте мы изумруды возьмем.
Окей, изумруды. Карта испытаний, покупаем у него. 8 штук целых. Так, он прямо рядом, где-то вот там находится. Баннеры. Ага, карта испытаний. Тьфу, карта испытаний. Trial Chamber. Как он называется? Карта залов испытаний, да. Угу. Вопрос. Мне вот самое интересное, ребята, вот картографы. Вот картографы знают все. Просто они знают все. Где карта испытаний находится? Где находится карта исследований джунглей? Где находятся деревни находятся? Где? Так, минутку. А ну-ка. В общем, они знают. Эти пацаны все знают. Просто. Эти пацаны просто знают все. Картографы, я думаю, именно. Так. А вот. У нас тут где-то есть внизу Trial Chamber. Вот. Вот тут вот внизу есть Trial Chamber. Так. Если... Он, надеюсь, не ошибся. Да, Trial Chamber есть тут. Здравствуйте. Новый Trial Chamber. Вот, чего, попытка... Не пытка? Достижения. Кстати, достижения. Новые. А ну-ка, как они... Легок на подъем. Используйте... Ух ты ж. А ларчик-то просто открывался. Серьезно, пословицы? Да будет свет, сказал Ахмед и перерезал провода. Несите 50 сердец урона. Сила тяжести. Слушай, сила тяжести это уже к Ньютону. Да? Как ветром сдуло. А, это поговорка, как ветром сдуло. Серьезно, это поговорки. Да, человека как ветром сдуло. Офигеть, ребята. Ладно. Давайте мы тогда в данный момент сейчас... идемте обратно в город. Пошли, что тут? После интереса, что тут у нас такое с генерацией? Ух ты ж. Ух ты, минутку. Кис. Пошли, мне после интересно. Может быть, яйцо выпадет? Нюхача. Ага. Крупицы истории. А нет, нифига не выпало. Ладно. А, окей. Я просто отвлекся немножко. Давайте, погнали. По, значит, ТП. Ой. Значит, ТП. Сюда. Значит, слэш, локейт. Слэш, локейт. Структур. Пилледжер, аванпост. Аванпост пилледжеров, погнали. Значит, пилледжер аванпост. Вот. Аванпост пилледжеров. У нас есть тут аванпост, минутку. Как не везет мне. Опять снег. Ух ты, как они появились тут. Так, и козы у нас тут есть. Они простые козы, да? Да, простые козы. Простые козы, окей. Допустим-то. Значит, насчет... Так, тут что у нас? Быстрая перезарядка 2. Вообще не везет как-то. Тут должен появиться, по идее, с флагом. Должен появиться с флагом. Сейчас мы посмотрим, а ну-ка.
Так, с флагом, с флагом, с флагом и нету с флага. А ну-ка, сейчас я возьму меч себе. Окей. А, так, ну-ка. Так, с флагом они должны появиться, минутку. Охотник на монстров, не то. Ага, тут Элей есть у нас. Элей мне не нужны. Так, где? Мне нужен с флагом именно. Потому что без флага это не то. Окей, мне нужно с флагом именно. Именно с флагом. Вот он с флагом, дурачок с флагом. И если мы убиваем этого дурачка с флагом, у него выпадает флаг и выпадает бутылочка с Ominous Bottle. Их всего... сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять штук. Их всего 5 штук, и у них разные уровни. Значит, это первого уровня, второго и так далее. Это вот до 5 уровня. Вот. То есть теперь ферма рейдов довольно, можно сказать, улучшилась. Кстати, эти бутылочки все стакаются по 64 штучки. То есть я могу взять... 64, вот. Они все стакаются. То есть можно сортировку делать. Вот. Так. Подожди, а почему у меня бед Омина нету? Подожди. Ведь я убил чувака с флагом. Минутку, а почему у меня бед Омина нету? Подожди. Он... По идее, он должен давать мне Bad Omen. Или нет? Я что-то сейчас не понял. То есть, он дает мне бутылочку вместо Bad Omen. Так. Подожди. Мне нужно пацан с флагом. Вот, пацан с флагом. Так, я его убиваю. Ага, мне выпала бутылочка. То есть выпала бутылочка. Но не дался мне этот самый эффект. Окей, допустим-то. Мы телепортируемся в город. Давайте поспим. Сейчас я молоко возьму. Берем бутылочку Бед Оминуса. Вот. Выпиваем его. Слыши, какой звук? Смотрите, рейд. Вот, 30 секунд. Мы можем выпить. Нам дается 30 секунд, чтобы выпить молоко, если нам нужно. Вот, и оно исчезает. Если мы не выпиваем... Тут написано Raid Omen. Вот. Через 10 секунд сейчас будет рейд. На этот город совершен. К
Кстати, новый звук, новая иконка, новые эффекты, ребята, вот новый эффект. Видите, эффект исчез. И у нас... Окей. Пошел рейд. Да. И рейд пошел у нас. Во время рейда. Вот, во время рейда. Ребята, во время рейда. Сейчас, минутку. Так. Во время рейда. Если мы убьем капитана, мы не получим бутылочку. То есть это надо делать именно на аванпосте. Именно надо делать это. Но я думаю, что если есть ферма, как его называется, то рейдов, то... О, черная кошка. Минутку. Вот это удача, ребята. Черная кошка. Это вообще ее трудно найти, кстати. Только в болоте можно у ведьмы найти. Ну и здесь тоже спавнится редко. Черная кошка. А в общем-то вот. Так, что там надо было рассказать? Дальше. Так. Так. Новые зачарования для этого самого кувалды, да? Новые зачарования для вот этого вот. Mending, Unbreaking, Smite. Ну, это все понятно, что мы можем поставить на вот этого тяжелое сердечник и стержень бриза. Окей, допустим-то. Верстак. Вот. Мы соединяем их. И получаем мы булаву. Вот. Мы получаем булаву. Значит, нам нужна новая, как его, наковальня нужна. Нам нужна наковальня. Можно ставить починку. Починку, прочность. Вот. Сейчас я себе... Вот. Можно ставить починку на... Можно ставить прочность. Так. Что там можно было ставить еще? Смайт. Окей. Как его? Смайт. Минутку. Смайт это что было? Я все на английском, кстати, играю. Так, где это? Боже, где эти книги были? Я уже запутался, где эти все книги? Книги, вот они. Вот. Бить членистоногих. Да, вот бить членистоногих можно ставить. Так. Как там было почти так? Во, небесная кара. Тьфу ты, я забыл. Вот можно ставить на булаву бич листоногих. Можно ставить небесную кару, но сейчас я возьму булаву. Возьмем булаву. Можно ставить небесную кару, можно ставить на булаву, можно ставить заговор огня, но мы сейчас минутку слэш x сейчас xp добавить. Сейчас. А
вот, можно добавить заговор огня. Так. Курс ванишинг. И курс ванишинг можно поставить тоже. Курс ванишинг это у нас что было? Проклятие утраты. Правильно? И проклятие утраты можно поставить. Допустим, вот сюда. Проклятие утраты, да. Вот. На булаву можно поставить. Ой. Так. А также можно поставить новые зачарования. Это Death City, Wind Boost, Burst и что еще тут было? И вот это. Вот. Значит. Вот. Wind Burst третьего уровня. Ну-ка, что он делает? Ядрит меня, Мадрид! Это... Ай. Просто подбрасывает! Вот это да! Это что делает? Так, четвертого уровня максимальная. Это у нас третьего уровня максимальная. Так, это что делает? Вот, ребята, реально, как будто, знаете, я скачал моды, ребята. Просто, как будто я моды скачал, много модов. И установил в Майнкрафт какой-то зловещие бутылки какие-то. Какие-то это самые, трайл-чемберы. Вот. О, кстати, это пацан с флагом. А ну-ка, что он делает? Вот это. Опа-на, он... Он... чажесть, да? Он... Это дает как бы чажесть. То есть мы... То, что мы перевели, это... То есть он дает... Окей, а ну-ка. Сейчас, минутку. Сейчас. Опа-на, и они... Так, а ну-ка, ой. Так. Да отстань от меня! Мне просто интересно, вот. Да-да-да-да, пацаны. Мне нужно стак взять. Мне нужно стак взять. Проверить кое-что. Опа, они все отвлеклись на меня. Да-да, не старайтесь. Да вы не убьете меня. А ну-ка, сейчас проверим на вот этом вот долбоебе. Блин, промахнулся. Давайте, идите сюда. Да ёб твою. Да ёб, вот они все скидывают меня. Я хочу проверить. Еба! Вот это я паркурщик только что. Я зап... А ну-ка. Ай, промахнулся. А ну-ка. Вот, с этим. Да отстань от меня!
Давай, иди сюда, вот. Давай, сюда иди. Ай, промахнулся опять. Так. А ну-ка. Ну? Где он? Да-да-да, иди сюда. Ого! Боже, а это тогда что делает? Десяти. Пятого уровня. Урон 7. Урон 7. Ага. Атака 1.6 везде. Ага. Допустим-то, ладно. Чтобы пацаны не расходились. Потому что мне надо на них это самое, как его называется-то. Тренироваться. Так. Что у нас там дальше? Так. Так, 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 так. Это мне рассказал, что 4 уровня есть. Так, мы можем перевести, кстати, это в Гугле, но он, конечно, не будет переводиться. Окей, сейчас. Дословно. Английский на русский. Разрушение. Брус, винт, буст. Это который с воздуха будет подбрасывать, правильно? Пары фетра. Ну да, он будет воздух подбрасывать. Десяти. Десяти. Наверное, переводит. А ну-ка. Плотность. Density. А, density. Тьфу ты. Да. Плотность, это которая можно прыгать. Он за каждый уровень увеличивает урон. Так. Так. Мэтр рассказал, что про Оминус эффекты я вам рассказал уже. Ботлы я вам рассказал. Про ботлы. Трайл. Trial Omen. Кстати, теперь идемте, давайте в Trial. Идемте в Trial. В Trial. Идемте. В Trial Chamber идемте. Который находится вот тут вот где-то рядышком. Значит, я себе эффект дам. Сейчас. Так. Так у нас есть вот. Кстати, кстати, у нас изменились вот эти вот. Кстати, вот эти вот. Trial Chamber, кстати, тоже изменился. Видите, ребята? Он простой. Этот самый, как его называется? Ключ. Тут нужен простой ключ. Как он называется? Вот. Ключ испытаний. И есть Ominous Trial Key. Смотрите. Я скопирую. Подождите, давайте я скопирую его. Сп...
при помощи NB-тега. Вот. Я его скопирую при помощи NB-тега. Смотрите, в чем разница. Я открываю его при помощи вот этого. Или при помощи вот этого открываю. Кстати, он не открывается. Серьезно, он не открывается. При помощи... Я понял, почему не открывается. Потому что у нас... Нам нужно... Знаете, что? Именно, нам нужно... Именно Ominous Bottle нам нужен. При помощи Ominous Bottle... Вот, если мы выпьем. Смотрите, дурное знамение на час, допустим, 50... Час 40, да? И мы берем... То есть мы не сможем открыть. А, потому что я поставил это. Окей, допустим-то. Так, что у нас тут? Тут у нас ничего нету. Окей, допустим-то. Идемте в этот самый. Кстати, мне просто интересно, почему тут ничего нету? Моджанки, почему тут ничего именно нету? Где именно тут что-то? Секрет или что-нибудь? Новая комната? Кстати, дурное знамение нам дает больше мобов. И они будут намного сильнее и враждебнее к нам. И будет частицы. Сейчас я вам покажу, какие будут частицы. Смотрите. Синие частицы будут. И они будут в броне зачарованными. Броню нельзя, кстати, выпить. Они будут зачарованные. То есть не зачарованные, в броне с этим самым. И в золотой они будут... Ой, в золотой броне. Кстати, видите? Оп-оп. Вот, кстати, у нас есть Ominous Trial K. Он выпал. Офигеть! Их будет больше. Кстати, новые звуки еще здесь. Это я так их быстро раскидал, потому что у меня эффект силы стоит. А если без эффекта, я бы тут полгода бы тусовался бы. Кстати, я выбил. А их... Серьезно, можем выбить кольчугу? Серьезно, можно... Серьезно, можно выбить? О, серьезно? Серьезно, можно выбить? А ну-ка, сейчас. А если я поставлю Ой, сейчас. Enchantment, подожди. Минутку. Enchantment. Ну-ка. Его можно выбить. По идее, здесь должно быть где-то... Опа-на, тут блок. Серьезно, тут можно подышать? Вы что, серьезно? А почему тут блок с воздухом? Ага. А ну-ка, давайте найдем этот самый, как его называется, вот. Как его? Вольт? Хранилище? Смотрите, это хранилище, видите? Теперь оно светится синеньким. Потому что у меня есть Trial Omen. У меня есть. Эффект. Вот. О, вот это везение, ребята. Просто я выбил
золотое яблоко. Сердечник. Заряд ветра выбил. Неплохо, кстати. Слушай, они в алмазке даже появляются. Серьезно? Трайл Омен? Серьезно? Чего? Вы видели, он поджег. Серьезно? Кто? Зельки кинули? Серьезно, он поджег. Допустим, у меня строительных блоков нету. Давайте возьмем. Допустим, у меня строительные блоки были с собой. Оп. Картошка. Замечательно. Хорошая награда. Спасибо. Спасибо, Моджанги. Награда очень полезная. Трайер Омен. 10 минут осталось. Подожди. А ну-ка. Ага. Давайте возьмем Трайл Омен Кей. Допустим, возьмем. А ну-ка. Ничего себе, алмазы, железные блоки. Неплохо, кстати. Так. Кстати, эти структуры... А, я говорю, что перестроились они немножко. Они все... Серьезно, они все в броне! В алмазной, железной броне! Серьезно, оно тут поджигается меня. Серьезно, он поджигает. Потому что 5 уровня это вообще. Вот это да. Вот это Trial Chamber, ребята. Теперь здесь я надолго, кстати. В Trial Chamber. Они все в броне. Так, бриз. 5 этих самых бриз. Ой-ой-ой. Серьезно, он просто. Кстати, он накладывает еще эффекты. У нас есть новые эффекты. Ребята, вот, траю. Некоторые новые. Да ё-моё. Отстаньте, пожалуйста, от меня, я хочу рассказать. Серьезно? Вы видели?
Серьезно? Он раскидывает. Плавное падение. Ну-ка. Отравление. В алмазке, ребята. Как вам? Скелет в алмазке. А, я не могу открыть, потому что... Почему? А почему я не могу открыть? Ну-ка. Почему? Ой. А почему я не могу открыть? Потому что у меня Trial Omen есть эффект. Дурное знамение еще плюс эффект. А, потому что, наверное, я уже открыл. Эту, да? Ладно, допустим-то. Окей. Новые эффекты, ребята. Новые эффекты. Вот. Новые эффекты. Сейчас. Новые эффекты. Так. Новые эффекты. Значит. Значит, так. Так. Так, эффект отдача 1. Ну такой себе. Зато у нас есть этот самый поток. Ага. Кстати, чем больше. Как его называется-то? Чем больше вот этот самый, как его называется, дурное знамение, чем лучше. И чем сложнее будет проходить Trial Chamber и это самое, ну и больше награда, вот. А, вот, зачарование, ребята. Новое зачарование, значит, нам нужно бриз, это стержень нам нужно будет. Так. Где-то было. Было. Минутку. Зелье. Окей. Так. Подожди. Сейчас я вспомню, как оно крафтится. Так. Минутку. Где-то у нас нарост. Бутылочка воды. Делаем эффект. То есть эффект, а делаем этот самый пока что. Так, минутку. Значит, сейчас посмотрим. Новые эффекты. Новые эффекты. Моб эффекты. Добавлены. Вот. Новый эффект, значит. Добавлены следующие эффекты. Ветер заряжен. Пораженные существа после смерти испускают порыв ветра.
неуклюжее зелье плюс жезл ветерка, ветерок, допустим-то, мутное зелье, ну-ка, мутное зелье плюс стержень бриза плюс мутное зелье, правильно? Wind charge charging на 3 минуты. Вот. Значит, сюда нельзя добавить. Сюда. Ой. Чего? Вот сюда нельзя редстоун добавить. Или светокамень. Зато можно порох положить сюда. И мы получаем Splash Potion on Wind Charge. Вот. Значит, берем меч. Берем. Берем Надю. Ставим Надю. Кидаем Potion на нее. И после убийства получаем такой эффект. То есть, как будто она рванула. Так, следующее. Следующий эффект это... Так, сейчас, следующий эффект. Качество затронутые существа будут распространять блоки паутины после смерти. Блок паутины плюс коп-веб. Серьезно, коп-веб нужно? Именно. Паутина именно нужна, а не нитки. Ядрит колотить. Это вообще трудно будет найти. Это вообще паутину. А ну-ка, подожди, а ее можно крафтить? Вот это вот. Паутину ведь нельзя крафтить, я знаю. Блин. Нет? Никак? Даже так нельзя крафтить. Ладно. Вот это да. Значит, мутное зелье ставим. И плюс паутина. Окей. Плюс паутина. Вот, мутное зелье плюс паутина. И мы получаем... Potion, вот такое зелье, оно коричневое. Так, сюда нельзя ставить редстоун, и это тоже нельзя ставить, окей. Но его можно... Такое, которое можно кидать. Правильно? Да. Значит, после смерти он будет паутину.
Вот. И да. И где паутина тут? Вот она, паутина. Появилась. Ну да, все правильно. Так. Следующее у нас что? Подожди, какое ё? Следующее у нас Озоринг. Значит, следующее Озоринг. Это что у нас? Появление слаймов после смерти. Правильно? Случающийся. После смерти... И блок слизи. Ага. Слайм хотел. А ну-ка. Слизь. Блок слизи. Окей, допустим-то. Бутное зелье плюс блок слизи. Слушай, дороговато-то. Это надо еще, как его называется-то, ферму слизи делать. Ну, редстоун тоже нельзя положить. И глоустоун тоже нельзя положить. Но зато порох можно положить. Ну, это, ребята, реально, вот... Кстати, я недавно вспоминал насчет... сделали бы моджинги новой зельки. И, кстати, вот в том, что я вчера делал ферму зелеварки, да, автоматическую... И оставил одну ячейку. Думаю, что можно добавить когда-нибудь новое что-нибудь. А тут целых столько много. А, значит, опять корову ставим. Кидаем в ее. У нее эффект. И получаю два слизня. А ну-ка, если я зачарую... Подождите, если я зачарую... На лучинг. Третьего уровня. Я выкуплю... больше. То есть, это выгодно делать зельки. Я получаю 18 сгустков слизи. Это получается сколько? Целых... Два штуки. То есть, я одну потратил. И одну приобрел. Блок слизи. Ну, это как бы не очень-то. Ага. Допустим-то. И следующее, что у нас есть тут. Следующий. Шансом... 5% появится SEO Fish. Зараженный. Зато в 5 шансов появится 2 серебряных рыбки. Ну, этих самых SEO Fish появится. Каменный блок. Плюс каменный блок. Ага. То есть, будто зелье плюс каменный блок. Именно камень нужен, а не булыжник, да? Именно камень нужен. Ух ты. А вот это интересно. А вот это очень интересно, ребята. Так, редстоун нельзя положить, это тоже нельзя положить. Окей. Редстоун. То есть, ганпаудер.
Окей, допустим-то. Берем нашу корову, опять Надю и кидаем в нее. Тут, конечно, 5% это... Ну, 5%... Короче, ладно. Ну, поверьте, что, да, есть этих... Появляется сила фиш. Появляется, допустим-то, с 5%. Окей. А дальше что у нас? С этим эффектом можно столкнуться, сражаясь в зловещих испытаниях. Да, мы, это я понял. Некоторые мобы невосприимчивы к этим эффектам. Слайми невосприимчивы к сочетанию. А семейный рыб к заражению. Слаймы и эти самые силфиши невосприимчивые. Окей, допустим-то. А, новый лут в Trial Chamber. Окей. Новый лут в Trial Chamber. Это добыча добыча на хранилище судебной камеры. Ладно. Скорректировано опять было. Стандартные хранилища будут давать немного больше предметов. Ага, зловещая бутылка пива второго уровня можно найти. Окей. Поток, шаблон кузнечный. Отдел поток, тяжелое ядро. Окей. Окей. Чего вместо ядра в хранилище будет очень редкий шанс получить трезубец. Вместо этого самого ядра? Серьезно? Зловещая бутылка... 3-4 уровня. Золотое яблоко, банил, флоу, отделка брони. То есть я как я сказал, чем больше уровень зловещего вот этого вот, чем больше награда. Но и сложнее будет, чем. Они будут в алмазки приходить, мобы спамятся. Мы уже видели, ребята. Окей. Зловещая бутылка 3-5 уровня. Мы получаем баннер флов, отделка брони флов, зачарование, порыв ветра, разлом, плотность для булавы, тяжелое ядро получаем. А добыча, выбрасываемая из спаунера, была скорректирована. Теперь основное внимание уделяется более частому предоставлению еды более высокое качество, чтобы сделать пополнимые запасы между боями более безопасными. Зловещие пробные ключи имеют 30% только. Окей. Только 30% может быть шанса, что зловещий ключ попадется, да? А зловещий испытательный генератор, заменяя обычно 50%, выпустит пробный ключ. То есть 30% это зловещий ключ, 50% это обычный ключ. Ух ты ж. Ну ладно, допустим-то. Пробный спавнер называется. Все спавнеры теперь увеличивают количество присутствующих мобов на 0,5 из каждого дополнительного игрока, а не на 2. Чего?
Все спавнеры теперь увеличивают количество присутствующих одновременно мобов на 0,5 за каждого дополнительного игрока, а не на 2. А у генератора маленьких зомби теперь одновременно присутствуют только 2 моба, а не 3 моба. Теперь только когда игрок находится в прямом... теперь находится, когда в прямом видимости активируется. Это вот, спавнеры. Окейшки, понятно. Окей. Судные камеры. Судные камеры. Так, передел камеру 5. Переименов извержение. Количество испытаний генераторов. Уменьшено количество испытаемых генераторов в коридорах? Удобрено про вмещение зловещих хранилища в камерах. Ага. Коридоры не будут бесконечно. Добавлены атриум в коридорах. Внесены различные изменения в планировку перекрестков и коридоров. Известные вопросы. Ага, они могут... Вот это вот генерируется неправильно. А почему? Вопрос, а когда починят? Ну, допустим-то... А технические изменения добавили на что... Звук для куб-веба? Добавили звук для куб-веба? Добавили новые уникальные звуки для паутины? Серьезно? А я не заметил. А ну-ка. Да, добавлены. Такого не было. Замечательно. Что там еще они добавили? Так, что еще они там добавили? Так, технические изменения. Датапак теперь версии 37. Ресурс пак 31. Окей. Так, тут технические все это. В общем-то, мы в технические не будем это все... влезать. Я в них не понимаю, ребята, вот серьезно. Вот все в этих вот в технических. Вот. Багфиксы, конечно, починили, молодцы. Много багфиксов, конечно. И, конечно, можно скачать. Кстати, скачаем обязательно. Проверим, кстати, на сервере. Запишу следующее видео, проверю насчет Bad Omen, ребята, и бутылочек. Хочу проверить, ребята, хочу проверить бутылочки и как оно насчет во время рейда. Вот я говорю, что во время рейда оно не будет появляться, то есть с капитана выпадать бутылочки с этим самым Bad Omen. Именно во время рейда, только именно на ванпосте. Я хочу проверить. Но это я следующее запишу видео. Так. Ну, вроде бы все. Ну, вроде бы на этом и все, ребята.
Довольно много чего добавили, изменили, кстати. Ну вот мое, это самое, ребята, мнение, это, как я сказал в начале, это как будто они... Вот как будто я играю с модами, ребята. Вот обновление 1.21, это просто игра с модами. Как будто просто добавили много модов, и вот, играйте. Я вот привык, что моджанги вот там добавляют всякую там, ну, там понемножку, там, всякие, не знаю, сниферы такие, знаете, милые вещи всякие, различные. А тут они разошлись, ребята. Тут они, это, всякие вот эти вот жестяк какой-то добавили. Вот этот, как его называется, где он? Сейчас, минутку, где он? Всякие вот эти вот жестяк, Ominous Battle, всякие вот эти вот, вот эти вот, всякие вот эти вот зельки, вот эти вот непонятные, вот эти вот зелья, как будто точно я с модами играю. Вот эти вот эффекты, новые эффекты, вот эти вот эффекты, вот эти вот синие, вот эти вот эффекты, вот эти вот эффекты новые, вот эти вот синенькие. Морковка выпала. Ну, вроде бы на этом все, ребята. Я вроде бы все я рассказал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте это в Дискорд, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать моих стримы, ребята. Вот. Обязательно. Довольно много чего они добавили. Так. Да, еще. Ominous Key. А ну-ка. Кстати, тут должно быть еще, знаете что? Это уже в предыдущем снапшоте. Серьезно? Это генерация такая? Или... Ничего себе! Вот это да! Опа, тут даже и тут есть этот самый. Окей. А тут они переделали. Тут даже была бочка раньше стояла. И кровати, окей. Ух ты, они даже сюда поставили. Это сюда надо как-то застраиваться. Как-то надо строиться тут. Сюда или эндопёром закидываться.